Здравствуйте, это канал Максимадзе, и это снова игра «Будете ли вы нажимать кнопка?». Давненько мы с вами в нее не играли, это третий выпуск. Продолжим сегодня рассуждать и размышлять. Первое. Вы можете жить в мире покемонов, но никогда вы не сможете им владеть. Владеть покемоном, в смысле? Наверное... Слушайте, а мне пофигу, я покемонов не играл никогда и даже не знаю, что отвечать, не буду. Ну, в принципе, я даже правильно сделал, что нажал, я не буду. Похоже, ну, все-таки, видимо, нету смысла в том, что мы не можем владеть покемонов и живем при этом мире. Следующее. Всегда переводить. Не удалось перевести страницу. Да, блин, что-то в последнее время вот началось, когда вот... военная операция, все время с переводом косяки начинаются. Приобретите портальный пистолет в реальной жизни, но вы все еще получаете урон от падения. Это что имеется в виду? То есть мы создаем себе портал в какой-нибудь другой мир, и когда мы туда попадаем, то мы падаем с какой-то там высоты и получаем боль. В принципе, не так уж это и опасно, смотря с какой высоты, конечно. Если не со смертной высоты, с 9 или 8 этажа, к примеру. А вот, к примеру, если с высоты 1-2 этажа, хотя 2 уже много, то может быть и полезно. Можно надеть какой-нибудь защитный специальный костюм, и тогда можно не падать, не получая при этом урон. Я нажимаю «Да». Не так уж это и плохо. Идет перевод. Перевод в последнее время, как я его только что уже сказал, дольше стал идти. Ага. Вы можете иметь все, что захотите. В смысле? Оно что, только что перевелось? Вы можете иметь все, что захотите. Любая вещь, реальная или вымышленная. То есть вообще что угодно. Но владение этим предметом не является законом для вас и влечет за собой... здоровенный приговор, если будете пойманы с ним. Нет, не надо мне приговоров. Серьезно? Большая часть сказали «да»? Ну ладно. Пофигу. Да что ты... Опять не удалось перевести страницу. Ждем, терпеливо сидим и ждем. Вы заболеваете танцевальными движениями. Но ваша мама всегда будет готовить спагетти. Интересно, как это может быть связано с этим? То есть это что получается? Я заболел и буду всегда танцевать, вообще не переставая. И при этом моя мама будет готовить спагетти, я буду вынужден их жрать вот так. О, какие вкусные! Я продолжаю танцевать! Я подавился, кажется. Нет, это нам не годится, нам такого нельзя. Да что ж такое, почему все отвечают не так, как я? Что-то там fuck you spaghetti было написано. Да блин, да вы издеваетесь, что недавно не удалось перевести страницу. Лазерные глаза, что-то я тут уже вижу. Ну переводись же ты быстрее. Да твою же налево, а. Я буду лучше самому переводить, автопереводчик это все время косячит. Во, вы получаете лазерные глаза, но они не стреляют лазерами, а просто сделаны из лазеров. Какой у них смысл? Это чисто для красоты. Лично себе я такие глаза не хочу. Нет. Следующее. Перевести на русский. Вы можете манипулировать людьми, заставляя их делать все, что захотите. Но вы получаете массивные мигрени, которые длятся 1-2 часа каждый раз, когда вы это делаете. Я не знаю, если честно, что такое массивные мигрени. Но
Поэтому давайте посмотрим, что пишут в комментах. Я бы манипулировал врачами, чтобы сделать лекарство от мигрени. Ха-ха-ха-ха. Да, неплохо, неплохо. Кашель, сам Винчестер кашель. Он говорит, что вы можете заставить делать все, что угодно, и кнопка очень мощная, поэтому я заставил бы их создать еще одно то же самое. Мне этот аспирин. Тут про лекарства, короче, что-то пишут. Ну ладно, давайте нажмем да, посмотрим, как. Ну да, точно. Идет перевод. Да вы издеваетесь надо мной. Сколько можно уже так? Вы переживете зомби-апокалипсис, но все, кого вы знаете и заботитесь о них, умирают. Это тот самый случай, когда даже не хочется рассуждать. Никакого зомби-апокалипсиса у нас не предвидится, и я думаю, не будет. Тут в комментах пишут, нажмете, типа нажмете кнопку, появится зомби сразу, что ли? Что ж такое, а? Человек, которого вы ненавидите, умирает, но раздражающий плач ребенка будет слышен в вашей голове в течение 10 дней после остановки. Нет, я это не перенесу, не надо. Я ненавижу Джастина Бибера, но что-то там команда. Я беру одного из команд. А, я понял. Кажется, он походу имел в виду, что он походу имел в виду, что вот я ненавижу Джастина Бибера, но если я его, так сказать, убью вот таким способом, то это будет плохо для фанатов его. Вы будете зарабатывать 20 тысяч долларов в неделю, но раз в неделю бездомный будет мочиться вам в лицо. Еще чего? Нет. 50 на 50 практически. Но большая часть, да. Блин, извините, я не перетерплю это. Не надо. Вы, сейчас опять скажет, вы будете богаты и сможете делать все, что захотите, что вы реально можете сделать к своему дому. Но вы никогда не сможете покинуть свой дом. Это имеется в виду, никогда не смогу переехать из своего дома или вообще выйти из него. Если имеется второй вариант, то извините, нет, нам такого не надо. Бесконечные деньги, но никакого секса никогда. Давайте на всякий случай переведем, хотя я уже и так перевод понял на самом деле. Но переводить же это быстрее. Никакого секса никогда. Ну, это, знаете, как я уже говорил, это для... Это смотря для каких людей. Есть те, кого секс больше волнует, чем деньги. А есть те, которых деньги больше волнуют. И за деньги, мне кажется, людей было бы больше. И, в принципе, я даже к ним присоединюсь. Мне, если честно, я надеюсь, это не означает, что я не смогу завести девушку или жену. Просто никакого секса нет. А так жену, ну, детей разве что заводить не сможешь. Ну, а так жену, девушку себе завести можешь запросто. Так что почему бы и нет, на самом деле. Детей я... Сразу, я, кстати, скажу факт такой, детей я заводить не планирую в будущем. Вам больше никогда не придется носить... Да блин! Вам больше никогда не придется носить одежду, и это никого не волнует. Но ваши родители реагируют нормально, и вы не можете надеть одежду вокруг них. Нет, извините. Быть голым иногда прикольно. Но, извините, ходить без одежды признак дурного тона, даже несмотря на то, что всем будет пофигу. Следующее. Вы можете быть с тем, кого любите навсегда. Да блин! В смысле? Я не нажим...
Я ничего не щелкал, оно само что-то, оно само кликается. Вам больше никогда не придется. Ай! Я уже это я щелкнул уже, господи, я да, дебильный переводчик. Я выключу автопереводчик, потому что он достал мне. Все-таки. Вы станете богом, подобным императору, который правит всем человечеством 40 тысяч года. Но вам придется остаться на золотом троне, который требует душ, чтобы сохранить вам жизнь. Нет. Я этого не хочу. Меня спрашивали, кстати, неоднократно, хотел бы я стать президентом? Нет, я бы не хотел стать президентом, потому что это... Потому что это очень-очень сложно. Это нереально сложно. Во-вторых, репутация твоя падает. Может упасть, как вот у Путина. У Путина не такая уж высокая репутация. Хейтят его постоянно в комментах, там в ютубах разных. А другие страны, особенно сейчас, в такое время, зверски ненавидят Путина. Вы что-то там телепор... Я сказал не... Я сказал убрать автопереводчик. Я нажимаю, оно сохраняется. Галочка, я имею в виду. Вы можете телепортироваться в любую точку вселенной, просто думая о области, в которую вы хотите направиться. Но вы должны держать свои мысли сосредоточенными на своей области, иначе будете продолжать телепортироваться бесконтрольно. То есть я буду телепортироваться бесконтрольно до тех пор, пока я точно не сконцентрирую свои мысли, до тех пор, пока не окажусь там, где надо. В принципе, ничего плохого я в этом не вижу, почему бы нет? Хендермены из Майнкрафта упоминают. Следующее. Нажмите кнопку и сможете жить на прекрасном острове вдали от цивилизации. Но вы должны жить там в одиночестве. То есть мы сможем жить вдали от цивилизации. Вдали от цивилизации, но смотря от какой цивилизации. И цивилизации многих устраивает, некоторых нет. И в одиночестве. В одиночестве разве хорошо жить? Нет, конечно, что нет? Извините. Что-то там про богатство написано. You will become the richest. Вы станете богатым и привлекательным человеком в мире. Но каждое утро, когда вы просыпаетесь, вы будете получать порез бумаги между пальцами ног. Никаких лазеек. Нет, нет, нет. Это все-таки больно, не надо. Таким, каким я сейчас являюсь, меня, в принципе, в данный момент устраивает. Вы можете иметь друга или питомца. Да блин, да... Реального или или нереального. Но вы становитесь чрезвычайно эмоциональным, легко впадаете в депрессию. Ну, да, неужели кому-то хочется друга, который чрезвычайно эмоциональный и впадает легко в депрессию? Нет, это плохое тоже. Следующее. За 1 доллар вы можете получить любовное зелье и заставить любого человека по вашему выбору влюбиться в вас безоговорочно навсегда. Но этот человек будет всегда рядом с вами навсегда, никогда не оставляя вас в покое, не давая вам мгновения покоя. Я даже читать даже не буду. Я покой нужен все-таки. Это кто звонит мне? Продолжаем. Есть такие звонки, которые всякие там спам, можно спокойно сбросить. А это звонок не надо было ответить. Следующее. Что у нас? Я уже, кстати, вижу, про что тут идет речь. В нижней строке. А вот вы станете всемирно известным автором, но люди постоянно будут принимать вас за Оззи Осборна. Кстати, вот такой факт интересный. Недавно, месяц назад где-то, я начал слушать Оззи Осборна.
прям вот уже много песен знаю. До этого я знал только три. Это I Just Want You, Dreamer и Crazy Train. Остальные их не знал. И вот месяц назад начал слушать, его вот теперь уже много знаю. Но вот насчет это всемирно известным автором музыки было бы, конечно, неплохо. Но все-таки я бы хотел, чтобы меня принимали за самого себя, а не за кого-то другого. Поэтому, извините, нет. Так, что там дальше у нас? Давай, быстрее переводись. Вы перенесетесь в вымышленную вселенную по вашему выбору и будете делать все, что в пределах человеческих возможностей. Но любой, кого вы знаете в этой вселенной, немедленно забывает о своем существовании, и вы должны забывать зарабатывать на жизнь там, где вы выбрали. Блин, ну это как-то какое-то странное предложение, извините, нет, нет. Хотя большинство людей не согласны со мной. Но чуть больше половины всего, да. Вы можете вылечить любую болезнь по желанию. То есть не только свою, но и чужую. Это было бы хорошо. Каждый раз, когда вы лечите болезнь, вы теряете важную часть своей памяти. Вот тут зависит от того, насколько важную часть. Давайте проверим, что в комментах пишут. Так могу ли я вылечить болезнь, которая атакует мою память? Кажется, достаточно просто. Блин, тут ту же самую логику комментарии идут, как и мы в прошлый раз смотрели. Вылечивание того, чего нам тут предлагают. Смотрим дальше, 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 дальше. Твоя страна выигрывает в чем-то там. Ваша страна выигрывает все международные соревнования. После этого они проведут остаток жизни в инвалидной коляске. Но, во-первых, международные соревнования нашу страну больше не пускают из-за сами знаете чего. Ну и если они проведут в инвалидной коляске, то, как я всегда говорю, здоровье дороже, жизнь дороже. Именно так я говорил, когда я услышал про то, кто сейчас идет воевать. В основном контрактники, вот которые в армии, в время служения в армии, подписали контракт по желанию, чтобы зарабатывать на войне. И вот мне Леха отправлял, скидывал, сколько такие контрактники зарабатывают. 200 тысяч, по-моему, не в месяц, по-моему, чаще. В какой точно срок, не помню. Но я по этому поводу сказал вот так. Не важно, сколько там будут платить. Я никогда контрактником не стану. Здоровье всегда дороже. Жизнь всегда дороже, чем любые деньги. Поэтому извините. И что там, я скажу нет. Что-то тут про возраст написано. Вы агинг. Это что такое агинг? Вы перестаете стареть, начиная с вашего нынешнего возраста. Но вы теряете 50% воспоминаний, которые вы получаете каждый год. Я еще молод, чтобы перестать стареть, это во-первых. Но во-вторых, 50% воспоминаний это слишком уж много, поэтому не надо. Ты зарабатываешь 1 000 000 долларов в месяц. Но что-то там. Да блин, второй раз уже. Третий раз не может перевестись. Вот, с четвертого раза перевелось. Вы должны отрезать один из пальцев ног. Пальцы людям дороги, а не дороги. Извините. Нет. Да вы издеваетесь! Как на такое можно согласиться? Джастин Бибер перестает петь навсегда, и вся его музыка будет объявлена вне закона. Но сначала вы должны слушать все его песни на петле в течение 24 часов. Песни на петле? Это как? Я должен повеситься, сидеть в петле и в таком случае слушать песни? 24 часа не протянешь в петле, во-первых.
Ну, во-вторых, зачем мне надо, чтобы Джастин Бибер перестал петь навсегда, и вся музыка незаконна? Можно ее просто не слушать. И я никогда не слушал Джастина Бибера, и мне пофигу. Да что это за люди, которые соглашаются? Я не понимаю. Кто эти люди 60%? Самые ярые хейтеры Джастина Бибера? Вы можете жить вечно, но вы больше никогда не сможете воспользоваться интернетом. Нет, извините, это не для меня. В таком случае ютубером быть не сможешь. Почему опять автоперевод включается? Бискини, да блин, ну что ты так? По-дебильному работаешь. Переводчик. Скини, это что такое? Никогда не... А. Будете худыми для остальной части вашего... Ливди. Что такое ливди? Будьте худым для основной части вашего тела, я так понял. Но вы никогда не ешьте шоколад. Можно самому контролировать, худой ты или толстый, в зависимости от того, что ты жрешь. Отказываться от шоколада, я бы не сказал, что это обязательно нужно делать. 50 на 50 практически опять. Ваши ноги... Та твою ж налево, даже тот бесит. Бесит просто меня уже в кр... Ваши ноги вырастут грудастыми, густыми волосами. Но ваша грудь не будет. Даже не знаю, где отвратительнее. На груди или на ногах. Мне кажется, я бы на самом деле согласился. Что там дальше? Вы можете читать книгу, смотреть любую книгу как фильм в своей голове. Но Кристиан Стюдарт — исполнительница главной роли. Я не знаю, кто такая Кристиан Стюдарт, поэтому извините. Я даже просто, так сказать, не отвечу. Sit and ship out of countries. Чё это такое? У вас есть гражданство всех стран. Но если вы остановитесь в одной стране более одного месяца, она будет завоевана Османской империей. Ну, блин. Вот тут даже не хочется это рассуждать, учитывая, какие сейчас текущие события идут в России и в Украине. Что-нибудь ляпну, и меня в комментариях хейтить начнут. Можно про Россию что-то сказать, а можно и про Украину что-то сказать. И том случае лучше ничего не говорить. А вы становитесь богом нового мира, который вы создаете, но 15 человек, с которыми вы близки, должны умереть. Ох, а зачем мне вообще быть богом нового мира, который я создаю? Мне пофигу, я живу в своем мире. 15 человек, которым я был близки. Нет. Нет, ни в коем случае. Даже рассуждать особо не буду. Хотя есть, которые соглашаются, люди. Можешь, персона. Вы станете самым известным человеком в мире, но вы никогда не сможете жениться или получить партнера. Нет. Ради известности я не хочу лишаться возможности жениться или получить партнера. Партнера — это имеется в виду друга, может Поэтому правильно, что много не согласились. Ну давайте еще парочку вопросов и закончим. Вы можете читать мысли, я так понял. Можете читать мысли других людей, обучение включено. Те мысли, которые вы читаете, будут произнесены вслух вашим ртом. То есть я читаю вот мысли, и мой рот сам без моего желания это скажет. Нет, я думаю, это не очень-то хорошо. Хотя, можно было нажать и да. Это могло бы быть полезным для полицейских, которым реально надо узнавать,
что преступники замышляют. Что-то тут про Хогвартс написано. Ихилепуф. Вы можете посетить Хогвартс, но это из Гарри Поттера. Вы должны быть хафф плаги. А, хафф-пафи. Я Гарри Поттера не смотрел и не читал, поэтому не могу ничего сказать. Разве что видел, как выглядит он. Поэтому извините. А вы можете играть на любом инструменте профессионально, но вы не слышите. Нет, я так не могу. Ну ладно, теперь последний вопрос и закончим на этом. Надеюсь, более нормальный вопрос попадется. Переводить быстрее. А вы становитесь лучшим в мире во всем, что любите делать, но вы никогда не сможете делать ничего другого всю оставшуюся жизнь. А что если я могу делать вообще что угодно? И это я люблю все делать. Какой-то немного странный вопрос, если честно. А что в комментах пишут? No, I can breathe. Что-то там не может страница перевестись, и я не могу понять, что тут написано. Я нажму кнопку, я не могу дышать или говорить, а также включать ноутбук. Ну да, какой-то странный вопрос. А, ну кстати, да, то есть даже если мы не сильно любим дышать и говорить, но я не смогу говорить, если нажму на эту кнопку, так что извините. Не, это фигня, не надо было сюда нажимать. Ладно, давайте на этом закончим с вас, лайкос, подписусы, может быть, еще как-нибудь эту игру снимем. С меня пишите видос, подписывайтесь на стримский канал, вступайте в группу ВКонтакте и всем пока.